Приглашаем вас на новую магистерскую специальность Евразийского национального университета имени Гумилева «Этнополитология». Это новая программа по подготовке магистров-этнополитологов, которая не имеет аналогов в Центральной Азии. Базовыми для будущих магистрантов станут факультеты журналистики и политологии, международных отношений, а также кафедра НК и политологии. Профессорско-преподавательский состав новой специальности представляет собой команду профессиональных ученых-практиков, имеющих богатый опыт работы в государственных органах и преподавания в ведущих отечественных и зарубежных вузах. Вам будут преподавать доктора наук и профессоры из США, Канады, Франции, Германии, Японии, Южной Кореи, Польши, Болгарии и России. А также с гостевыми лекциями будут выступать представители администрации президента Республики Казахстан, депутаты парламента, топ-менеджеры министерств, известные общественные и политические деятели. Полученные знания и навыки вы сможете применить, став экспертом в сфере этнополитики, сотрудником органов государственной власти и политического управления, структур Ассамблеи народа Казахстана, аппарата политических партий и общественных организаций. Не упусти свой шанс стать первым выпускником новой специальности.